Мы должны завести собаку. А лучше собаку и кота. Когда придет ненастье, пес будет греть нам ноги, а кот играть клубком шерсти у камина. Как ты думаешь? Ты меня вообще слушаешь? Прости, дорогая. Я зачитался. Такая интересная книга? Да, очень. Знаешь, пойдем лучше внутрь. Зачем? Тут так хорошо сидеть. Птицы поют, пчелы жужжат. Идиллия. Прости, любимая. Мне нехорошо. Я пойду в дом, а ты будь осторожна. Верно.